Алис, а что-то случилось? Ты что тут? Я чемпионат презентую. Короче, не ты презентуешь. Присосались к чужому успеху. Ты знаешь, где находится Егорьевск? Прием, прием. Всем салам, это Карпатыч. Я из Егорьевска, 15 лет. Вот учусь в колледже и считаю уже... 19 лет профессия будет. И чего ты с такими талантами у нас забыл? Я жертва буллинга. И пришел в ваш колледж, потому что вы большая и дружная семья. Алиса Игоревна, ваш новый директор. Дотянешь этот колледж хотя бы до 1000 лучших, можешь возвращаться к себе обратно в Центурион. Проблема не столько в методах образования, сколько в репутации ПТУ. И в преподавателях, которые не хотят меняться и идти в ногу со временем. Алексей Юрьевич! Шаражные игры по Battle Teams. Хорош. Следующий. Ну, здрасте, молодежь. Совсем охренел? Я с кем хочу, с тем и дружь. Сережа! Я здесь работаю, потому что мне это нравится. А ты что ожидала, что ПТУшники Олимпиады будут выигрывать? Мы же не совсем тупицы без мозгов. Ну. Мы начинаем! В смысле, зачем мне высшее образование? Чтобы отучиться и стать... Ну, стать кем? Менеджером неизвестно чего, безработным с дипломом. В колледже через 2 года у тебя будет профессия и работа. А после вуза куда? Если речь о том, чтобы этих университетских на место поставить, я только за. Спокойно, спокойно. Что происходит? Это наши абитуриенты. Пришли оставить заявление на обучение. Какие абитуриенты? У нас еще даже прямо документов не открыт. Вы смотрели с нашего видео в соцсетях и прут. Сколько человек на место? А написали? А если отличник, сколько экзаменов сдавать?